И всем здорово, с вами я, Хог Райдер. И как вы все знаете, на моем сервере Arizona RP Yuma у меня есть своя фама Clubs Farm. И мы сегодня взяли фулку на сервере Arizona RP Yuma. Вот, можете видеть, на 156 территорий. Ну и короче, как мы взяли сотку? У нас была фама, и в ней были люди с прошлого сезона. Да, мы пытались еще в прошлом сезоне взять сотку. То есть у нас на сервере сезоны делятся на 3 месяца. Это зимний, это весенний, летний, осенний, ну и так по кругу идет дальше. То есть каждого первого числа нового сезона фам гетто обновляются, все теры обнуляются, и любая фама может забрать себе любую теру и дальше делать с ней все, что захочет. Это всем понятно, думаю, не надо объяснять. И у нас еще была вторая фама. Мы решили с двух фам забирать теры, и так мы в начале сезона налутали с двух фам почти там 40 территорий. Дальше мы просто забирали у других фам, там очень много фам и забирала теры просто так, ну потому что увидели, взяли и забрали просто, даже конкурентов не было, просто брали, забивали другим фамам и приходили, просто забирали теры, так как они даже не приходили. У нас тупо были АФК капты, и потом мы так налутали с двух фам фулку, и взяли с двух фам эту фулку и просто фармили бабки. Но потом появилась одна фама, лопата, которая очень неплохо составила нам конкуренцию. Но по итогу покоптились мы так чутка, они там очень были крутыми, говорили, что ну возьмет сотку против нас, но по факту оказались балаболами. И мы спокойно взяли соточку уже, не торопясь, и вот так вот сейчас фармимся. Ну и да, парни, играю на сервере Arizona RP Yuma, мой никнейм Лиам Хог, вводите его при регистрации, чтобы на 5 уровне получить 300 тысяч. И кстати, вводите мой промокод хэштег Хог, он у меня уже почти докачан до фула, вводите мой промокод хэштег Хог, за что вы получите 550 тысяч, и я еще вам скину 4 миллиона на банковский счет. Ну и на этом у меня все. Оставил для вас под конец небольшую нарезочку для коптов. Надеюсь, она вам понравится и видосик в целом. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите коммент. Ну и всем удачи и всем пока.